И вы, дорогие мои друзья, наши зрители и слушатели, посмотрите в мои глаза и целый час не отлипайте от своих экранов и от радиоприемников, потому что вечерний эфир на телерадиоканале «Страна FM» начинается! И здесь сегодня в эфирной студии я, меня зовут Маша Новая, и как всегда, по традиции, здесь у нас этот стул не будет пустовать, потому что к нам приходят каждый будний день гости, которые так или иначе связаны с юмором. И сегодня у нас в гостях Наденька из «Comedy Woman», актриса, телеведущая Надежда Сысоева! Надя, привет! Ага, поднялась так, хорошая спортивная на подготовка. Этом лифте. Привет, дорогая, привет, тебя привет. Очень рада видеть. Привет. Присаживайся. Прекрасная сегодня помада. Это твой трон. О, спасибо большое. Сегодня у нас будет цвет настроения синий. Ты да, не против? Шикарно. Или зеленый? Как тебе больше зеленый нравится? Зеленый и синий. Зеленый и синий. Все, прекрасно. Смотри, у нас каждый гость, который приходит, должен ответить стандартно на один вопрос. В наше сложное, непростое время, есть ли какой-нибудь у тебя личный секрет или лайфхак, как научиться относиться к жизни с юмором? Как ты к ней относишься? Ну, вообще, это как бы моя такая главная жизненная позиция ко всему вот. Относиться с юмором. Но, не знаю, это же всегда так индивидуально, когда что-то происходит. Просто постараться выдохнуть, посчитать до трех, возможно, включить какую-нибудь интересную музычку, какой-то, возможно, свой новый трек. И отвлечься, как-то переключиться. В общем, важно переключаться и ко всему относиться, да. Ну, в общем, сегодня мы будем говорить и о музыке, потому что ты человек очень-очень разносторонний, ты и телеведущая, ты и с юмором связана, и комедийная актриса. Кстати, вот на этом поприще я знаю, что нам пришлось с тобой перенести одну встречу именно из-за того, что ты была на пробах. Мне кажется, сейчас это так большую часть твоей жизни занимают. Пробы, да, кастинги, съемки. Да, расскажи и подробнее. Учеба в основном. О, да, где? Я прошла курс Иваны Чабок, это голливудский коучер. Ну и вообще стараюсь как бы поднимать свою квалификацию, потому что понятно, что в качестве юмористки у меня уже такой большой опыт, я считаю себя профессионалом. Я играла 7 лет за красноярскую команду КВН, и вот последние 11 лет я играю в Comedy Woman, поэтому стараюсь познать что-то новое. Возможно, какую-то драму, ужасы, все, что еще может как можно больше меня открывать, раскрывать для всех, показывать с другой стороны. Слушай, ну это здорово. Это связано как-то с тем, что все-таки у тебя после, ну, вот этого проекта Comedy Woman закрепился какой-то определенный образ, такое амплуа, такой веселой, инфантильной, легкой блондинки. Ты с этим как-то хочешь бороться? Или наоборот тебе нравится? Нет, конечно, зачем с этим бороться? Это, во-первых, приносит мне большую часть, да, моих денег. Давай назвать все своими. Во-вторых, да, будем уже как бы по-взрослому к этому относиться. А во-вторых, это огромная школа, это вообще моя семья, девочки, мы все друг друга очень любим, участвуем в жизни друг друга. И, конечно, ну, как я опять же повторюсь, это то, что я как бы делаю на 100% хорошо. Ну вот ты говоришь, девочки, у вас отличные отношения, твои подружки и так далее. Ну смотри, в женском коллективе, мне кажется, не без вот этих вот сплетен, склок, не знаю, вы там подсовываете себе что-то в ботинке? Нет, конечно, нет. У нас, во-первых, появляется, обновляется коллектив, появились у нас три новых девочки, молоденькие, симпатичные. Подожди, как их встретили вот корифеи Comedy Woman? Да, конечно, хорошо, потому Серьезно? Что я говорю, за 11 лет мы уже прошли огонь и воду, и у нас уже столько было и каких-то разборок, и всего на свете. То есть все-таки были? Конечно, конечно, но как бы мы на этом выросли, просто сейчас нет смысла долбить друг друга, мы все друг друга уважаем и хотим только лучшего. Но, конечно, мы сплетничаем про других, что нам может мешать. Конечно, конечно. У нас есть специальная группа, где мы обсуждаем все новости, как и любые девчонки. Понятно. Ну вот мне на самом деле очень интересно, как вам попадают новые девчонки. Но давай сейчас повесим небольшую интригу, уйдем на музыкальную паузу и совсем скоро вернемся, друзья мои. Не переключайтесь, сегодня у нас Наденька из Comedy Woman. Муа! Да, друзья, настоящая нежность сегодня творится у нас в эфире, потому что очень яркая, очень нежная сегодня у нас гостья. Надя, здравствуй. Спасибо. Наденька из Comedy Woman, Надежда Сысоева сегодня вместе со мной. Меня зовут Маша Новая, и новый вопросик к тебе, Надя. Ура, давай. Смотри, мы с тобой остановились на теме Comedy Woman, что к вам приходят новые девчонки,
как вообще попасть? Каким образом происходит отбор? Это делают продюсеры или как? Они поняли, что вот надо это делают продюсеры и главный автор шоу нашего это Наталья Андреевна, как все ее знаете, да, Еприкян. И, конечно, проходят всякие кастинги. У нас в прошлом летом пришло невероятно огромное количество заявок девчонок, которые прислали свои видеоролики. Но это люди только из КВНа? Из, батлов там комедийных? Ну, в основном это люди все из... Все юмористы? Да, юмористы, которые прошли, играли в какой-то период своей жизни в КВН. И они присылали видео. Вот у нас две новенькие девочки из Украины. И одна из Сочи. Тамара Турава. Очень прекрасные девчонки. Мы очень подружились. Слушай, ну здорово. У вас такой сплоченный коллектив. Ты говоришь, что за столько лет, проведенных вместе, уже просто нереально ругаться, ссориться. Вы же постоянно ездите, гастролируете, открываете новые горизонты. Куда сейчас вы поедете? Может быть, уже наши зрители и слушатели должны покупать билеты. Куда? Ну, покупайте билеты. Влетим в Сидней. Все вместе. 13-го у нас Мельбурн. Правильно. И 15-го мы в Сиднее делаем концерт. Первый раз в Австралии. Вау. Очень здорово. Только недавно приехали из Америки. Тоже великолепно у нас было. Полтора месяца мы гастролировали все вместе и смотрели вообще страну, где мы только не были. И в Майами, в некоторых городах даже давали по два концерта, потому что русских людей везде много, приходят огромные толпы, негде даже рассаживать, скажем так. Ну смотри, для этой программы что-то новенькое вы пишете, создаете, или это некий такой дайджест самых-самых лучших, понравившихся, полюбившихся номеров? Конечно, это, во-первых, самые лучшие номера, но они быстренько, конечно же, меняются, и нам самим интересно играть новые номера. У нас только что прошли съемки, скоро выйдут новые выпуски. И с новых съемок какие-то тоже самые веселые номера мы возим с собой. О, круто, друзья. Но вы уже заинтригованы, поэтому бегом покупайте билеты и в Австралии. Вы там будете, я не знаю, в образе животных каких-нибудь? Да. На сцене, в костюмах, нет, я кенгуру. Надеюсь, ни на сцене, ни в зале не будет никаких животных. Хорошо. Смотри, ну, собственно, ты говоришь, что сейчас очень активна эта деятельность и так далее, постоянные съемки. А есть вообще время, чтобы заниматься чем-то еще, помимо Comedy Woman? Ну, конечно, ну, во-первых, у нас от Comedy Woman вышел новый сериал «Ловыс» называется. Да, да, я играю там одну из главных героинь, и у нас уже есть три сезона. А, подожди, это сериал? Это сериал, да. Именно. Все, понятно. И совсем другой вид вообще съемок, очень интересный, это такое большое кино. Но опять же, мы с тобой говорили о том, что я хожу, посещаю всякие Ну и сейчас ты нацелена только в кинематограф. Полный метр или же сериалы? Что тебе ближе? Мне нравятся и короткие метры, и сериалы, и полный метр. Я бы просто попробовала везде. Я думаю, что одно другому не мешает. Ну, а какие амплуа тебе больше нравятся? Я не знаю, может быть, в боевике в каком-нибудь сняться в облегающем таком костюме? Или, может быть, что-то такое наше, вот русское, народное, чтобы за душу брало? Знаешь, у меня такое спортивное детство. Я и скалолазка, и подводное плавание занималась, и художественная гимнастика. В общем, я просто идеальная актриса для каких-то боевиков. Поэтому вот имейте в виду. Слушай, ну, на самом деле сейчас обращение ко всем продюсерам. Ау, друзья, просто мастер на все руки у нас сегодня сидит. Наденька, Надь, ну давай сейчас мы чуть-чуть опять-таки... Как Джеки Чан, он же тоже всегда исполнял все трюки сам. Ты да. тоже не испугаешься, исполнишь трюки? Нет, какие-нибудь? Я очень мало чего боюсь. Вау, слушай, ну, на самом деле это заявление. Я желаю тебе, чтобы твоя актерская карьера сложилась. Сегодня с этим как раз-таки будет связан наш конкурс, но к нему мы вернемся уже после 25 минуты. Дорогие друзья, сейчас хочу еще разок вам напомнить, что сегодня у нас в гостях Наденька из Comedy Woman, поэтому ни в коем случае никуда не переключайтесь, а совсем скоро у нас будет конкурс «Большой футбол». Кстати, любишь футбол? Да, конечно, вот, чемпионат круто. Мира мы смотрим. Все смотрим, все любим, вот об этом поговорим совсем скоро, подробнее. Оле, 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 оле! Болеем за нашу сборную прямо сейчас на телерадиоканале «Страна ФМ». Мы с Наденькой сегодня вместе вам говорим, что конкурс «Большой футбол» Футбол проходит у нас, и, кстати, вы можете выиграть поездку на двоих в Грецию, друзья! Это же, по-моему, отличный подарок. Надь, ты была в Греции? Я была в Греции, у нас только что были гастроли. Скажи, там круто, жарко, шикарно. Море, солнце, друзья мои. И победителем можете стать именно вы, если зайдете на наш сайт страна.фм и оставите
посмотрите там прогноз на один из матчей, который еще не завершился. И если вы окажетесь самым первым, окажетесь самым правым, то для начала мы вам подарим серебряную памятную медаль с изображением футболиста. Вот именно ее вы сейчас видите на наших экранах. Тоже хочу сказать, что подарок очень хороший, достойный. Останется вам на всю жизнь память о нашем телерадиоканале, ну и, конечно же, о чемпионате мира по футболу. Надь, ты следишь за чемпионатом мира по футболу? Конечно, все болеем за Россию. Ура! Болеем за наших, друзья. А сейчас давайте подведем итоги вчерашнего дня. Напомню, что помимо матчей Сенегал-Колумбия, а также Япония-Польша, о которых мы говорили утром, вчера еще сыграли Англия-Бельгия, счет 0-1. Но, к сожалению, увы, этот счет не угадал никто, поэтому серебряная памятная медаль остается у нас. И также играли вчера Панама-Тунис. Счет был 1-2. И первая была Рыхлова Анна. Знаешь, что интересно? Что практически одни девчонки заходят на наш сайт, голосуют и выигрывают. Действительно. То есть почему-то именно девчонок преобладающее большинство. Анна, мы вас поздравляем от всей души. Вы уже выиграли памятную серебряную медаль с изображением футболиста, про которую я говорила. Но еще помимо этого вы становитесь претендентом на наш самый главный приз. Возможно, именно вы совсем скоро поедете со своей второй половинкой, естественно. Ну или с подружкой. С подружкой, кстати, веселее, да? Отдыхать вместе. Ну или со своим, не знаю, мужем, с ребенком. В общем-то, кого выберете себе в компанию. Поедете вместе, дарим вам путевку на двоих в Грецию. Все правильно. Всем остальным я хочу напомнить, что вы можете оставить свой прогноз на нашем сайте страна.fm. Участвуйте. Конкурс наш еще продолжится до окончания, до завершения чемпионата мира по футболу. Завтра утром в 8:45 мы также подводим итоги. Ну и, конечно же, в вечернем эфире в 18:20 вместе с гостем тоже делаем это. Сегодня у нас пятница, да? Поэтому на следующей неделе, в понедельник, мы будем объявлять уже наших следующих победителей. Поэтому, друзья мои, следите за всеми матчами. Обязательно оставляйте свои прогнозы на нашем сайте. Голосуйте, потому что подарки, они того стоят. Друзья, вечерний эфир на телерадиоканале Страна ФМ продолжается. Здесь я, но я не одна. Сегодня у нас чисто девчачья компания. Нет, с вами сегодня нашего лысого друга Майка Войса. Сегодня вместе со мной Наденька из Comedy Woman. Всем Надежда привет. Сысоева. Да, всем-всем-всем привет. Кто только что к нам присоединился, подключился, может быть. Мы уже обсудили и тему комедии, куда вы поедете с гастролями. Собственно, по многим темам прошлись, но я знаю, что сейчас у тебя запускается одно очень-очень важное дело. Гараж сейл называется. Да, да, мы вместе с моей подругой, по совместительству она мой стилист, Инна Дембикова. Она стилист, ведущий шоу «Перезагрузка» на ТНТ. И мы вместе с ней решили устроить такой гараж сейл, продать все свои вещи. Серьезно? Да, и... все отправим в помощь, в благотворительность конкретному человеку. И я надеюсь, что завтра придет как можно больше людей. Куда надо приходить? Все приходите в Дресса-бар. Это Сивцев Ражек 4. С 5 часов мы начинаем. Будет участвовать огромное количество моих подруг. Они откликнулись. И Катя Варнава, и Маша Кравченко, и Айза Анохина, и Даша Кос, и Аглая Тарасова. Все дают какие-то свои платьишки, прикольные вещички. Все. И сами приедут. Вы, конечно, можете их увидеть. Потом в подарок у нас будет... Будут прекрасные диджей-сеты от Лёши Теревкова, от Стаса, от меня и Карины Истоминой, любимицы из современной молодежи. Слушай, ну это здорово. Подожди, но не только 30 июня, еще и 1 июля, да, правильно? 1 2 июля дня это у нас проходить. Уже будет проходить это в формате воркшопов. Мы будем учить какие-то мастерить, давать мастер-классы. Опять же, Лина Дембикова, какие-то делиться своими женскими секретами по стилю. В общем... Слушай, ну это здорово. А там будет актерский мастер-класс вот от тебя, Надя? Ну, Надя, ты сейчас занимаешься в школе, а почему нет? Для всех начинающих актрис. Если я соберу, конечно, какую-то группу, то с удовольствием... Подожди, расскажу. А чему вот там учат? Есть какой-нибудь, знаешь, такой экспресс-курс по актерскому мастерству? Я знаю, что всегда на кастингах просят там удивиться, знаешь, потом рассмеяться, улыбнуться. Да, но сейчас на кастингах ты приходишь конкретно, это уже такой, знаешь, на конкретную роль. Конечно, которую присылают заранее сценарий, ты ее учишь, что-то репетируешь перед зеркалом обязательно. Обязательно перед зеркалом? И потом уже показываешь, да, свою работу. А на... всех мастер-классов, на которых я была, конечно, учат быть естественной, быть собой и не играть. Такая, поэтому какая ты в жизни, такая наоборот.
есть, да, немножко такая грань. Вот ну ее вот главное не переступать. Ты говоришь новый уровень, новый левел. Когда приходишь, уже есть некий сценарий. У нас тоже есть сценарий. Давай. Его написала не я. Это всем известная басня. Ты, наверное, хорошо ее знаешь. Угу. Потому что, на самом деле, во многих творческих вузах, на всяких кастингах просят зачитать какое-нибудь стихотворение знаешь, или басню. Сейчас у нас, я участвую еще в одном проекте моего коучера по актерскому мастерству Влада Маташнева. Угу. Мы читаем стихи современных поэтов. Угу. Очень интересно тоже концерт, как и выступление каждого из нас. Там есть и юмор, и какие-то серьезные стихотворения. Поэтому приходи обязательно, если увидишь. Куда, где, когда? Сразу давай рассказывай. Пока не скажу, мы еще ищем место. У нас был в апреле этот концерт, прошел на ура. Поэтому мы учим уже новые стихотворения. Занимаюсь я с педагогом по технике речи. И надеюсь, что вот... Ну подожди, все, анонс все будет пойдет. В твоих социальных сетях? Конечно, конечно. Правильно? Давай прорекламируем твой. Ай, Наденька, не путайте, никакая не индейка, не и на ДНК, что-то там, да, и на ДНК. В общем, Ай, Наденька, ищите в социальных сетях, подписывайтесь, приходите ко мне на страничку, там у меня много информации. Ну что по заданию? Да, смотри, давай устроим сейчас небольшой импровизированный кастинг. Надь, вот отключим вообще все, включим естественность. Смотри, попробуем прочитать одну эту басню, но в разных актерских красках. Тебя она знакома вообще? Конечно. Свинья под дубом вековым, да? Давай попробуем сначала самой простой краски, это радость. Радость, не знаю, какая-то приятная новость. Да, подожди, сейчас у нас будет соответствующая атмосферная музыка. Нет, исключительно ты. Давай попробуем. Итак, поехали. Радость! Свинья под дубом вековым наелась желудей до сыта, до отвала. Так, дальше продолжай. Да, дальше продолжай. Наевшись, выспалась под ним, потом глаза продравши встала. И рылом подрывать у дуба корни стала. Ведь это дерево вредит. Ей с дубу ворон говорит. А давай я буду вороном. Давай я буду вороном. Что он там говорит? Коль корни обнажишь. А, да. Коль корни обнажишь, оно засохнуть может. Такой руссконародный у нас. Да, он же веселый. Так, ничуть меня то не тревожит. В нем проку мало вижу я. Хоть век его не будь, ничуть не пожалею. Лишь было б желуди, ведь я от них жирею. Сказала Наденька, которая весит, Надь, сколько? Мне кажется, не больше 40 килограмм. 47 килограмм. О, ну я была рядом. Это мой привычный вес. Я занимаюсь спортом, я делаю каждый день зарядку. Я все детство занималась скалолазанием, подводным плаванием, художественной гимнастикой. В общем, чем я только не занималась. Знаешь, есть такая роль вот в этой актерской во всей истории на сопротивление. Мы как раз сейчас про свинью подумаем, которая ожирела. Это всегда самое интересное, самое сложное. Ну, зачем мы будем сейчас про худышек говорить? Правильно? Лучшая роль на сопротивление. Так, подожди, это была радость. Это еще не все задание. Давай сейчас будет... А, подожди, я уже вставила туда, и что только я не вставляла, разве ты не заметила? Подожди, нет, и скорбь. А, и скорбь? И наглость. Ты что? Я уже раскрасила это все. Гнев. Давай вот гнев. Гнев. Вот прям вся басня, она как гнев. Например, это будет у нас какая-нибудь семейная ссора. Давай кусочек какой-то. Давай первый абзац, первый кусочек. Нет, интереснее, ничуть меня не тревожит. Она тебе наоборот второй нравится? Конечно. Давай второй тогда, хорошо, это гнев. Ничуть меня то не тревожит, в нем прока мало вижу я. Да, хоть век его не будь, ничуть не пожалею. Лишь были б желуди, ведь я от них жирею. Провисим. Нет, самое главное, это была в конце актерская вот эта оценочка, понимаешь, подметить. Сейчас, мне кажется, те зрители, которые нас смотрели, могли это оценить по достоинству. Ну, а те, кто слушает... Посмотрели слушают, на меня, какая я бываю, когда... Понимаешь, меня... какая ты бываешь разносторонняя. А ты в жизни какая больше все-таки? Веселая или, знаешь, такая больше спокойная, рассудительная? Или вся такая, позитив, неуемный? Знаешь, у меня так много происходит в жизни событий, я сама тебе рассказываю, да, рассказывала только что и гастроли, и в коллективе ты как бы путешествуешь очень много, ты там не можешь как бы истерить, мы все очень друг к другу относимся с вниманием. И дома, конечно, лучше никаких себя там не проявлять. Бывает, иногда срывается на таксистов. Ну, как бы вот такой за мной грешок. Ну, ничего не поделаешь. Бедные таксисты. Ну, вот смотри, сейчас лето. Да. У вас гастроли, постоянные съемки, эфиры. А есть время вообще поехать куда-нибудь просто отдохнуть, отмочиться? Ты знаешь, у меня такие гастроли, Америка,
Америка, Германия, Австралия, конечно, Тель-Авив, мы и в Израиль ездили, и вот сейчас с Кипра приехали. Конечно, приходится совмещать. А вообще все свое свободное время я провожу с семьей, у моего молодого человека есть дочки, и мы, конечно же, и катаемся на скейтах, и ходим в кино, и на всевозможные выставки, театры, концерты. В общем, стараемся. То есть я понимаю, что культурно, да, себя наполнять. Слушай, ну это здорово. То есть мне кажется, что вот этот вот спокойный отдых, типа лежание, загорание, это вообще не про тебя. Тебе нет, надо куда-то... Если я даже куда-то еду, я всегда беру с собой доску и выбираю я места для отдыха, где есть набережная. Возле набережной есть прекрасная дорога, где можно включить музычку в уши и катить на досочке ближайшие там 5-7 километров. Ну давай какой-нибудь вот сейчас для всех наших девчонок какое-нибудь пожелание или, может быть, лайфхак, как всегда оставаться в идеальной форме. Соблюдаешь какие-нибудь диеты? Ну, можно сказать, это и диета, но, конечно, я иногда срываюсь. Если вдруг очень вкусно пахнут булочки с маком, то я, конечно, себе никогда не откажу в этом удовольствии. Я стараюсь не есть мучное, белый хлеб. И побольше танцевать. Конечно, танцевать, заниматься спортом. Просто быть подвижными. Это самый главный совет. Ну, смотри, вот как раз-таки сейчас хочу перейти на твой клип, который мы сейчас представим у нас в эфире. Ты же там постоянно танцуешь. Как вообще, вот расскажи вкратце о своей музыкальной карьере. Ты знаешь, мне очень повезло, у меня много талантливых друзей. Ты, наверное, заметила в клипе, они тоже принимают активное участие. Да, поэтому как это началось? Я с детства занимаюсь музыкой и писала очень много всяких стихотворений, которые мы сейчас с мамой там мне присылает. Мы смеемся, конечно, про мальчишек, там, про любовь и все такое. Но в итоге сейчас просто появилась возможность, у меня появились деньги, появились какие-то связи. Ты все это связи, на свой бюджет снимаешь? Конечно. Ага. Связи, знакомства. Многие и музыканты, и вообще продюсеры, режиссеры, которые заинтересовались. Мой последний клип снимала Катя Имберг. Мы очень подружились за время этих съемок. И хочется еще раз сказать всем огромное спасибо, всем моим друзьям, кто принимал участие в клипе, который ты сейчас хочешь показать. Да, «Почувствуй» самые главные герои — это детишки из «Имена Продакшн», Диана Тивосова, которая мне помогла, откликнулась, потому что все, когда я предложила такую идею, все сказали, это нереально, Надь, ты не сможешь сделать взрослых и детей одинаковыми. Но, тем не менее, вот с Дианой нам удалось это сделать. Все малыши вообще очень с большим удовольствием, и до сих пор мне очень много пишут в социальных сетях, что это конкретно любимый детский клип, и присылают мне всякие забавные видео, добрый, где танцуют дети. Да, это очень классная получилась работа. И помог мне с этим DJ Pil One. Это тоже его как бы детище. И он тоже там принимает участие. Надеюсь, что это наша не последняя работа. Слушайте, друзья, ну там на самом деле очень классная фишка, где танцует Катя Варнава, и потом она такая же, но маленькая. Давайте все, тогда переходим от слов к делу. Смотрим и слушаем клип. Почувствуй. Спасибо. Почувствуй. Эй, тебе нужно расслабиться. Двигай своим телом, как тебе нравится. Почувствуй, что-то меняется. Двигай своим телом, как тебе нравится. Не попал в такт, не надо париться. Двигай своим телом, как тебе нравится. Под тобой танцпол плавно плавится. Двигай своим телом, как тебе нравится. Это реально очень просто. Будь ты уже в возрасте или еще подросток. Это ни капельки не сложно. Двигай всем тем, чем только можно. Никто. Танцуй, лови момент, пусть
1 на всю страну. Первый, единственный, уникальный телеканал «Синхрон». Вещание «Мы помните о Позоне». Друзья, всем еще раз привет, кто только что подключился. Сегодня у меня в гостях очаровательная Наденька из Comedy Woman. Надежда Сусова. Только что посмотрели клип, который называется «Почувствуй». Очень танцевальный, очень классный. Надь, ну смотри, выпустила ты его в 2014 году. Да. Смотри, следующий клип в 2016 году назывался он «Пати у Надюли». То есть Надюля — это твой творческий псевдоним. Да, меня так получается. Называют мои близкие друзья, поэтому вот особо я ничего не придумывала. Осталось под своим жизнью. Ну смотри, теперь по логике вещей. Раз ты выпускаешь один клип в два года, после 2016 в 2018 в этом году должен третий выйти. Да, есть уже небольшие задумки. Хочется, да, какой-то выпустить такой. Но опять же, как ты заметила, у меня все так с юмором. По-доброму. У тебя все такое танцевальное, активное, да, с юмором. Как-то доброту в мир. Что-то лирическое сказать. Теперь, может быть, будет на этот раз. Не знаю, мне кажется, это не мой стиль, лирическая певица. Это не совсем отражает. Все-таки я продолжу как бы смеяться над всем. Слушай, ну это здорово. Ну смотри, давно ли ты смеешься? Вот ты говоришь, что сколько Comedy Woman уже? 11, да, 11 лет, правильно? А в КВН ты со скольки лет? 7 лет я играла в КВН. То есть, получается, со скольки лет ты вообще попала во всю вот эту историю? Ну, с 11 класса я играю в КВН. Обалдеть. Это гигантский послужной список уже за плечами. Ты сама приехала из Красноярска. Да, именно так. Как тебя встретила столица? Расскажи, это самый насущный вопрос. Как ее вообще, чтобы она тебя приняла и полюбила? Ну, конечно, все не сразу, только спустя год меня взяли в Comedy Woman. До этого я работала, стояла фейс-контрольщицей на некоторых площадках наших. А, серьезно? Да, да, таких. В каких-то клубах, да? В клубах, в Москве. Да. По ночам. Днем я с подругой там сидела с детьми. У нас была такая своя детская группа. Надя, фейс-контроль не выходит сейчас из моего воображения. Да, смирись, смирись. Подожди, там же должны быть такие мужчины, которые могут дать отпор. Это охрана. Фейс-контроль — это немножко другое. Ты как бы оцениваешь своим взглядом, насколько трезв человек, да, насколько дресс-код соответствует мероприятию. В общем, такое дело как бы не совсем юморное, скажем так. Были, конечно, недовольны тех, кого я не пускала, пытались со мной там как-то разбираться, но, слава богу, все хорошо закончилось. Конечно, это было тяжелое время. Мы жили и по трое, и по четверо вместе с девчонками, которые со мной приезжали из моей команды КВН, и просто мои подруги из Сибири. Это такой тяжелый период. Слава богу, конечно, все самые тяжелые места. Но они закаляют, время. Наоборот, они, во-первых, характер. Во-первых, закаляют, да, конечно, характер, потому что приехала я такая вся в розовых очках, я была очень популярной артисткой в своем городе, меня знают практически все, и конечно, когда ты приезжаешь в Москву, ты такой не понимаешь, почему и вы думаешь, меня что не расхватываете. Же, да? Да, конечно, конечно, эти розовые очки пришлось куда-то закопать куда-то. А очень много работала, вот как я и говорю, и днем, и ночью, потому что кардинально другие цены, даже снимать квартиру, продукты, это и вообще самостоятельная жизнь. Я как бы вот из маминого домика уехала, воспитанная такая, выращенная на маминых борщах, голубцах. Конечно, было тяжеловато, но слава богу, что все мои старания, и девчонки, и Наташа в первую очередь, которая меня увидела, заметила, позвала. Ага. Конечно, это, ну, огромное ей спасибо за это. Это изменило мою жизнь. О, слушай, ну это здорово. Дальше изменилась жизнь. Дальше ты начала жизнь, участвовать, конечно, в проектах. Ты стала модницей, не знаю, светской львицей, называют тебя или нет. Ну вообще следишь за модой? Конечно, модные за тенденции, модой актуальные. Я слежу и читаю журналы. Сейчас очень огромный доступ ко всему в интернете, то есть достаточно подписаться на какие-то группы или конкретных людей, которые тебе нравятся, на марки, бренды, все на свете. Давай сейчас вот для тех девочек, которые вообще в танке, которые, может быть, ничего этого не читали, не знали, что сейчас актуально? Может быть, есть какие-то актуальные цвета, которые нужно надевать? Ну, посмотри на себя. Синий. Синий цветостроение. Конечно, синий. Серьезно? Вообще... А полоска, подожди, сейчас же полоска, все сходят с ума по этой полоске. Право-лево. Она такая очень спорная, потому что не со всей фигуры ты можешь ее себе позволить, эту полоску. Поэтому надо лучше не выбирать в горизонтальную, а лучше вот в такую, да, вертикальную? Да, да, конечно, это для тебя. Ну, я выбираю все-таки, кто здесь, знаешь, чтобы она была горизонтальная, как-то увеличивала мои немножко формы. Но вообще я за
нейтральные какие-то однотонные цвета. Я люблю розовый, естественно, я же блондинка. Да, это нормально, да, я тоже люблю этот цвет. Этим летом очень модно красный. А фуксия, вот этот агрессивно-розовый. Туда да, же, такой. И нежность, и агрессия, все, вообще можете просто как угодно, да, себя. Ну вот смотри, сейчас мы посмотрим, насколько ты разная. У нас всегда есть такая традиция, программу нашу завершать блиц-опросом. Блиц-опрос, это значит, ты должна быстро, не задумываясь, ой, отвечать не мое на мой вопрос. Вообще. Давай вот, попробуем. Знаешь, нет, тут первое, что придет в голову. Подумать. Давай, прежде, для меня самое важное в жизни это... Любовь. Прекрасно. Идти по жизни с юмором. Это просто. О, если бы сейчас был 2018 год, что бы ты делала? Я, наверное, бы... даже не знаю, что это я делала. Стирала. Разводила собачек маленьких, которые мы продавала потом во Францию. Понятно. А 2018, заглянем в будущее. Ой, я бы спасала какие-то планеты. Планеты, круто. Когда я буду такой же уже умный, креативный, но старый, что я скажу своим правнукам? Как весело прошла моя жизнь. А если бы не юмор, я бы сейчас... была балериной. Серьезно? Да, я занималась балетом и хотела, да. Все, друзья, спасибо огромное. Сегодня вместе с нами была очаровательная Наденька из Comedy Woman. Спасибо такой мы за эфир. Очаровательная. Спасибо тебе большое. Спасибо с вами, как всегда, я, Маша Новая. Все, пока. Переходим с вами в следующий час. Пока!